Здравствуйте, друзья! ОККО приглашает вас в Абу-Даби, где совсем скоро начнется товарищеский матч между клубами российской премьер-лиги «Локомотивом» и «Сочи». Справа, вот здесь, внимание, Сергей Пеняев под номером 19 дебютирует сегодня за свой новый клуб. Вот сейчас момент опасный может возникнуть. Камано! Франсуа Камано. Пеняев, разгоняется Сергей Пеняев, переводит мяч налево, здесь Миранчук. Миранчук приближается к штрафной, бьет, и мяч пролетает выше. Хорошая атака сходу получилась у Лока, это нарушение. Кристиан Нобоа, у мяча подача. Удар последовал, мяч оказывается в сетке, но до этого было, во-первых, положение вне игры, а во-вторых, там... На газоне лежит Константин Мардишвили. Кристиан Ноба. Вновь Юсупов. Можно простреливать. Передача, и Жуазиньо не попадает по мячу. И дальше уже Ибрагим Цалагов. Жуазиньо на подборе. Жуазиньо. Ноба. Жуазиньо. Перевод налево. Здесь Терехов. Можно наносить удар. Прострел. Удар. И как же было сейчас опасно. Это Кристиан Ноба. Сочи атакует редко, но очень-очень опасно. Навес следует, удар заблокирован. И не получается сразу выйти у футболистов Лока. Здесь ошибка, Сисоко. Не попадает Сисоко. Антон Миранчук тем временем подает угловой. Удар следует. Еще один момент. Еще один угловой. Станислав Макеев. Ну ничего не добавляет арбитр. После первого тайма счет не открыт. 0-0. Активно готовился, опять же, в первой фазе. Франсуа Камано на поле остался у Локомотива. Так он разгоняет. Камано наносит удар. Очень хороший. Ну, Камано. Здорово прошелся. На эту позицию можно будет Вадима Ракова увидеть. А это момент может возникнуть. Удар, дальний угол, гол. Есть у нас гол. Локомотив счет открывает. Через 5 минут на 66-й минуте. Щитинин сам же эту атаку разогнал. Арканьяц. Здесь пяткой от Игнатьева передача. И тот. Бурмистров. Нет, не он бьет. И какой сейв! А повтор. Штрафного и сейва Ильи Лантратова. Контратака железнодорожников. И здесь нет положения вне игры. Марк Арканьяц. Арканьяц. Есть возможность сделать счет 2-0. Нет. Амира Батырева. И контратака Локомотива. Передача направо. Дальний удар. Хороший сейв от Сослана Джанаева. Продолжается атака Локомотива. Раканьяц. Вот еще раз повтор атаки Локомотива. Удар. Раканьяц. Штрафной площади. Удар. Какой сейв от Сослана Джанаева. Продолжается атака Лока. И навес на дальнюю штангу. Можно забивать второй. 2-0 в пользу Локомотива. И забивает Вадим Раков. Здесь ошибаются футболисты Локомотива. Атака сочинцев. Удар дальний. И хороший сейв. Нет. Ой-ой-ой, в перекладину попадает Максим Глушенков. Какой хороший удар со штрафного. Удара, причем зряче наносил. Этот удар Глушенков. Он небольшой рикошет, правда, от стенки был. Ну и все. Со счетом 2-0 Локомотив побеждает в своем третьем товарищеском матче. Одержана победа над Сочи. Мячи забивали у железнодорожников Михаил Щитинин и Вадим Раков.